несмотря на заверение, что там падает экономика на Украине, люди остаются без работы, по-прежнему на нашем предприятии есть вакантные места. На сегодняшний день порядка 20 вакансий есть. И самые востребованные специальности на сегодняшний день – это электрик и сантехник. Казалось бы, специальности такие, которые не самые низкооплачиваемые. В городе такие люди наверняка есть, которые могли бы работать по этой специальности. Поэтому мы приглашаем к себе на работу электриков, сантехников. На сегодняшний день нам нужны озеленители. Ну, традиционно нужны дворники. Зарплата не самая высокая. С ОПЗ мы, конечно, конкурировать не можем. Переселенцы за всю вот мою деятельность на этом предприятии, переселенцев, у нас работало 2 человека. Обращалось, наверное, человек 5, работало 2. В принципе, были очень хорошие люди. Я жалею, что они от нас ушли, но они уходили в связи с тем, что они переезжали, возвращались к себе на родину.